Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Трегубова і я вітаю нашу гостю. Сьогодні у нас в гостях Ілляна Пацюк, начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про актуальні питання роботи Державної служби надзвичайних ситуацій. І, Ілляна Васильівна, хочу почати прямо просто с, не скажем так, рекламного ролика, но очень полезной информации для наших телезрителей, для того, чтобы они вспомнили и задумались над тем, что пожар и любая какая-то вот неосторожность с огнем, какая-то невнимательность, она приводит все-таки к последствиям порой неисправимым. Давайте смотреть. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області інформує, застерігає, попереджає. Шановні громадяни, у літній період року збільшується кількість пожеж у степовій зоні. Маленька іскра, необережно кинути недопалок з вікна проїжджаючого автомобілю, може призвести до великого лиха. Не допустіть виникнення пожеж у лісосмугах, на відкритих територіях вздовж трас. Будьте пильні. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. Всем знакомый номер, помнить его надо всегда, и в ситуации, когда этого требуют обстоятельства, обязательно с любого вида связи, да, с любого гаджета, как мы сейчас любим говорить, можно дозвониться, вызвать людей, которые придут на помощь и все-таки локализуют ситуацию. Елена Васильевна, ну как всегда, по традиции начинаем с оперативной обстановки в Николаевской области. Что произошло, что не произошло, что было предотвращено и как она вот на сегодняшний день выглядит. Добрый вечер, уважаемые зрители. Немножко вкратце расскажу о ситуации. С чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день у нас три техногенного характера. Мы замечаем сейчас снижение чрезвычайных ситуаций. Погибло при чрезвычайных ситуациях три человека. В сравнении с прошлым годом это снижение на 67%. И количество погибших также снизилось, это на 57%. Если говорить о чрезвычайных происшествиях, то с начала года в области зарегистрировано 125 чрезвычайных происшествий, также снижение в этом направлении на 18%. Вследствие происшествий погибло 49 человек, пострадало 58. Ну и, конечно, нужно уделить внимание отдельно это возникновению пожара в нашей области, в нашем городе. Обстановка с пожарами такова, что на данный момент зарегистрировано 799 пожаров. В сравнении с прошлым годом также мы наблюдаем снижение на 16%. Погибло у нас при пожарах 39 человек. Среди них один ребенок. Это превышает несколько предыдущих год показателей на 8%. Хотелось бы, конечно, чтобы мы как меньше имели таких вопиющих данных и смертных случаев. И если сравнить, к примеру, провести такую аналогию и привести статистику прошлой недели, то можно увидеть, что доминирующее количество пожаров – это все-таки открытые территории, что сейчас существенно – это 45 пожаров на открытой территории из 63 всего в области. 14 – это жилье, то есть это вторая проблема. Открытые территории, мы все понимаем, почему возникают пожары. Вообще, вот открытая территория, да, в принципе, понятие такое достаточно знакомое, когда его слышишь, да, открытая территория. Это лес, это степь, это поле. И, в принципе, летом, конечно же, повышается вот этот уровень пожарной опасности. Мы все тоже и в интернете, и по телевизору, и в наших программах, в наших новостях уровень пожароопасной ситуации. А вот как он высчитывается? Вот что это такое уровень? Кто его определяет? Это ваши сотрудники? Это какая-то отдельная служба? Может быть, метеорологи? Ну, сейчас у нас третий уровень пожарной опасности. А сколько всего было? Всего их пять. Угу. А самый высокий первый, ну, это или пятый? Да, самый высокий пятый. Это когда мы наблюдаем, это просто на простом человеческом языке можно сказать, что когда очень долго не выпадают осадки, поддерживается высокая температура, и, соответственно, падает влага в грунте, становится легко воспламеняемая та же трава,
И, соответственно, от этого и мы получаем уровень пожарной опасности. Если на данный момент мы видели, что у нас в области периодически проходят дожди, несколько снизилась температура, мы смотрим 23-25, то, соответственно, и уровень пожарной опасности снижается. Как говорят наш гидромет области, то на данный момент у нас третий уровень опасности, а с завтрашнего дня и ближайшие несколько дней вплоть до второго снижения, потому что облачно и возможные осадки. Ну, это и хорошо, пусть он будет конечно. Как можно ниже. А как все-таки, ну, понятно, что метеорологи, они не просто смотрят в окно или там фиксируют какую-то, опять же, смотря в окно или выходя на улицу, фиксируют какие-то факты из природные какие-то явления, да, для того, чтобы снизить или повысить уровень пожарной опасности. Есть четкое, наверное, какое-то определение, алгоритм действий, может быть, какая-то формула, и если есть, то из чего она складывается? Да, подсчитывается как раз именно по, да, подсчитывается как раз по формуле, учитывая то, что я уже сказала. Это температура воздуха, насколько грунт пропитан влагой, вплоть до того, что раньше считалось пожарной опасности уровень, это конкретно к лесу применим, потому что подсчитывается уровень влаги в древесине, как бы вот, ну, простым человеческим языком, не вдаваясь в подробности какие-то определенные термины. Вот благодаря вот этим показателям складывается и уровень пожарной опасности. Открытая территория, ну, любой пожар – это страшная вещь, это, ну, стихия, да, до тех пор, пока не подключатся специалисты, до тех пор, возможно, в некоторых случаях люди сами занимаются ликвидацией его, если это какая-то локальная штука. Но вот открытая территория, особенно если ветер, да, ну, это, наверное, страшно, это практически… Наверное, возможно, конечно, возможно, в некоторых случаях и невозможно остановить. А говорить будем продолжать говорить об этом. Давайте посмотрим, как это выглядит. А Ирина Васильевна прокомментирует, что мы видим. Где это было? То есть, вот, ну, сейчас мы смотрим видео архивное наше Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, когда ликвидировали пожар в микрорайоне Кульбакина, Корабельный район города Николаева. Был этот пожар 9 июля, его размеры были 30 гектаров. Это один из крупных пожаров, считается. И открытая территория, в данном случае мы видим на кадрах, что используются средства для тушения пожара. Это хлопушки, это техника. В то же время был подвоз воды организован с помощью водовозок. То есть подключились еще и нам в помощь не только подразделения наши. Но, конечно, в этом случае, безусловно, вы сказали, что направление ветра, да, при сильном ветре тушить подобные пожары крайне тяжело. Поэтому тут, конечно, хорошо, когда есть трактора с культиваторами. И в этом это очень большая помощь, потому что опахивается область пожара, то есть он просто не будет распространяться. И можно сказать, самовыгоранием это можно назвать. Он... Мы так можем его предотвратить. В данном случае, вот как раз в этом пожаре принимало участие более 70 человек личного состава, 12 единиц специальной техники, также еще было 5 водовозок и 2 как раз трактора с культиваторами. Благодаря совместным усилиям, ну, конечно, площадь значительная. И в этом случае хочется сказать, что ущерб, естественно, от таких пожаров больше всего... Но вот страдают именно люди, которые выпасают скот, которые живут рядышком, которые переживают за свои дома, за свое жилище, которое может находиться рядом, те же лесополосы, которые находятся и может рядом также с источником пожара, и может перекинуться огонь на деревья. И это уже совсем другие мы видим, ну как сказать, масштабы. Вот, и сложности. Поэтому в случае вот как раз данном и во избежание подобное, хотелось бы сразу и обратиться к нашему населению, которое хотелось бы, чтобы соблюдало меры пожарной безопасности и всегда думали о том, что повлечет выброшенный также из окна автомобиля курорт, брошенный там, к примеру,
разведенный костер, то есть на первый взгляд безопасное действие может привести вот к таким... Ну да, типа подумаешь, да, он находится в ямке там и сам выгорит, да, и можно уйти. А на самом деле вот это тление и любая искра может привести к... И еще и при наличии, когда ветер, это еще и раздувает огонь. Мы видели на кадрах аиста, и тоже нужно помнить о том, что вред наносится не только в хозяйственной, да, то есть нельзя на этой территории там пасти потом коров, овец, коз и всяких домашних животных, но еще и гибнет, в принципе, вот то место, полностью выгорает трава. Садить там ничего нельзя, расти там в течение нескольких лет само ничего не будет. Погибает большое количество животных, которые тоже являются частью жизни, частью экосистемы. И все это одно за другим, это ведет к тому, что ухудшается и качество жизни, и наш воздух, и то место, где мы живем. И очень страшно, очень неприятно, что, в принципе, такие пожары, они... По людской вине происходит. Безусловно, террористический человеческий фактор. Человеческий фактор. Вот мы будем говорить о том, как вы работаете с детьми. У вас прекрасные, замечательные программы, направлены на то, чтобы дети уже с самого раннего возраста знали о том, что можно делать, чего нельзя делать, как нужно быть внимательными. Но все-таки может быть риторический вопрос, но все-таки, вот как вы думаете, почему вырастая, в принципе, вот люди являются причиной вот такого, это невнимание, это как бы вообще вот все знания, они куда-то улетучиваются. Как это происходит? Почему? Ну, мы всегда говорим человеческая халатность. Авось. Понадеемся на авось. Авось пронесет. То есть, на мой взгляд, и я думаю, что я не ошибусь, это первостепенный фактор. Безответственность, халатность. Практически в каждом эфире мы говорим вот о таких случаях, и хочу еще раз напомнить, все-таки надо быть внимательными. На всем надо быть внимательными. Еще один летний вопрос. Лето. Отдых. Отдых разнообразный, яркий, интересный, в том числе и у воды. К сожалению, этот отдых, эти хорошие такие вещи, да, направлены на то, чтобы побыть вместе с семьей, со своими детьми, развлечься, отдохнуть и забыть о своей работе, они, к сожалению, иногда приводят к трагедиям. В данном случае, как вот проходят ваши рейды, что насколько сейчас благополучная или неблагополучная обстановка, и потом посмотрим видео об одном из рейдов на пляжах. Мы в направлении профилактики гибели на воде работаем постоянно. То есть у нас нет такого, что лето, зима, осень, постоянно эта работа проводится. Конечно, активнее мы проводим именно летом. Почему? Потому что это и детские лагеря, это прибрежная зона, у нас Черное море, у нас реки, у нас ставки, озера, воды у нас много, можно сказать. И поэтому, работая на упреждение, мы не прекращаем данное направление постоянно будировать, но и акцентируем внимание на проблемах. Вот, к примеру, если брать статистику сейчас гибели на воде, то с начала года зарегистрировано 33 происшествия на воде, при которых погибло 28 человек, среди них один ребенок. Спасено 9 человек. И каковы основные причины вот гибели на воде? Безусловно, мы повторяем и не перестаем повторять о том, что заходить в воду в нетрезвом состоянии категорически запрещено. Есть такое народное выражение «пьяному море по колено». Совершенно правильно и абсолютно справедливо сказано. Поэтому, призывая наших граждан быть бдительными на воде, ну и, конечно, начинаем мы эту всю работу с детского возраста. Про детей потом, сейчас со взрослыми. Есть у нас видео рейда, давайте смотреть. Ну вот на данном видео мы видим, это микрорайон Намы, где, кстати, нет специально оборудованного пляжа у нас в городе. Там просто это... берег, да, с песком. Да, там просто берег, это зона отдыха, назовем так. У нас всего есть пляж Стрелка и Чайка в корабельном районе. Остальные мы называем зоной отдыха или же стихийными зонами, где люди сами себе выбирают. То есть получается, на этом пляже в принципе нету в обязательном порядке спасателя, да, службы спасения, дежурного какого-то нету. Нет.
Но регулярно мы приезжаем на это побережье, именно микрорайонное, мы, потому что оно очень посещаемо, оно пользуется спросом, люди купаются, загорают. И вот сейчас мы видим на видео, что помимо нас еще есть у нас активные помощники, это Красный Крест, которые помогают нам нести разумное, доброе, вечное в массы. И в данной ситуации мы вот видим, когда показывают людям, которые отдыхают на берегу, как оказывать помощь человеку, который тонул. То есть как оказать первую помощь доврачебную, и показать, как нужно, показываем и обучаем таким образом, как сделать искусственное дыхание. Конечно, не научишься этому так быстро, но во всяком случае, хоть можно иметь представление, что это непросто. Желательно иметь эти знания, потому что они могут просто-напросто пригодиться. Самый такой момент. Когда выходят ваши сотрудники на вот такие зоны отдыха, ну вот какова реакция людей? Здесь мы видели позитивные, то есть подходят, да, интересуются, беседуют со специалистами. Возможно, звук не был слышен, но все-таки, наверное, что-то спрашивают. Но, в принципе, может быть и другая. Да? Мы отдыхаем, а вы тут пришли и нам мешаете. Чего больше? Вот этого искреннего интереса и желания все-таки получить знания для того, чтобы себя обезопасить и своих близких? Или же все-таки вот такого, ну вот прицепились. Мы пришли, отдыхаем, да, вы тут нам мешаете. Но чего что больше? Подстегивает к работе как раз, mm-hmm. это именно положительное отношение наших граждан к такому виду обучения, просвещению. Я хочу сказать, что очень редко встречаются эпизоды, когда люди именно вот настроены не общаться или же вообще, я бы сказала, агрессивно. Да, да. Но подмечено было неоднократно, что когда люди они отдыхают и у них есть спиртные напитки, это категорически они не хотят говорить на эту тему, это да. А те семьи, которые находятся с детьми, это вообще всегда приветствуется, родители просят, поговорите с моим ребенком, и всегда есть такая организованная группа таких любознательных и малышей, и родителей, им это очень нравится. Кроме того, мы стараемся разрабатывать свою наглядную агитацию, яркую делать ее, красочную, чтобы ребенка заинтересовать хотя бы картинками на первоначальном этапе, а потом уже информацией, пишем крупными цифрами номер службы спасения 101, воспитываем культуру поведения самого детского возраста. И вот как раз мы уже дошли до нашего вопроса, это работа с детьми летом, потому что я понимаю, что она идет, естественно, и наши телезрители, которые следят за нашими выпусками новостей, за нашими эфирами, вот в частности за горячей линией с силовыми структурами, знают, что в течение всего года наше главное управление разрабатывает очень интересные игры, очень интересные мероприятия и полезные, главное, то, что они интересные, это, конечно, замечательно, но они еще и полезны, и очень познавательно для наших ребят. Летом. Чем отличается ваша работа летом от зимнего, осеннего периода, когда ребята в школе, там больше, да, находятся в детских садах? Сейчас каникулы. Организовать, наверное, их сложнее. Все-таки вам удается. Лето – это вообще клондайк. Почему? Mm-hmm. Потому что все чувствуют себя раскованно, они готовы отдыхать, но в то же время в ненавязчивой форме можно привить какие-то вот знания, понятия. Mm-hmm. Тот же, допустим, телефон службы спасения можно нанести на мяч, к примеру, и подарить mm-hmm. его ребенку, ребенок в восторге. Помимо того, что он услышал что-то, он еще с собой унес грязное пособие с номером службы спасения. Как вы, где вы работаете? Те же садики, школьные, может быть, пришкольные лагеря и лагеря отдыха или санатории? Да, совершенно правильно. Мы mm-hmm. начинаем с детских садов, самых маленьких. Регулярно у нас каждую неделю проходят мероприятия в городе, в области. Помимо этого, у нас есть дворовые чаевки. Может быть, кто присутствовал, знает, что эта форма интересная, потому что в дворе, где много этажки, там обычно есть площадки, куда приходят дети с родителями и отдохнуть. Да, и вдруг дети. Мы видим пожарную машину, оборудование, это доставляет радость и интерес. Кроме того, это совместное времяпрепровождение, там есть дети и есть родители. В чем это и их контакт? И кроме того, есть возможность родителям проговорить эту тематику с детьми дома, повторить, закрепить. И ненавязчиво. И это хорошо. Мы подключаем музыку, готовим сувенирную продукцию, подарки, стараемся привести на место и
спасательные круги, спасательные жилеты, показать, как подают воду из ствола, как работают спасатели со специальным оборудованием, дать это все потрогать, пощупать. В машину можно сесть, одеть каску. Ну, я считаю, что это хорошо. Это интересно. А вот кто пишет сценарии, кто разрабатывает? Есть какая-то определенная методика, которая, вот, допустим, ваше министерство потом вам спускает, а вы уже вот от своего собственного креатива, да, вы ее улучшаете и как-то нанизываете на нее что-то. Вот кто этим занимается? На самом деле, это чисто наша творческая работа. Вот именно в Николаевском гарнизоне мы пишем сценарии, и уже когда их пробуем, мы видим, что работает, что не работает. То есть те же кричалки и загадки. Сразу видно по реакции детей, хорошо это или нет. То есть если ты обжегся на какой-то, например, игре, и ты видишь, что она неинтересна, ты просто ее не используешь. Следовательно, исходя вот из своего собственного опыта, кроме того, мы, конечно, общаемся с гарнизонами по всей нашей Украине. Безусловно. Для этого есть Facebook, есть наш сайт. Мы можем посмотреть на опыт наших коллег. И благодаря этому мы обмениваемся опытом, мы увидели какие-то, назову таким простым словом, фишки интересные. К примеру, как мне импонирует в Запорожской области, в Одесской области. И мы общаемся, и они используют наш опыт, мы используем их. И начиная детский сад, как вы уже говорили, придворовые школьные лагеря в летнее время. Сейчас у нас активно это детские оздоровительные лагеря, спортивные лагеря. Вот я могу сказать, что за вот этот период мы июнь месяц, вот немножечко только июля прошло, мы уже были в Алом Парусе, мы были... «Морская волна» со спортсменами. Помимо этого, сегодня вот у нас как раз в Алом Парусе проходило мероприятие. Это был «Дельфин». Но и у нас есть постоянные наши помощники в этом деле. И мы им очень благодарны за это. Они поддерживают нашу пропаганду. И кроме того, там именно занимаются дети. Это Федерация подводной деятельности и спорта. Мы еще знаем их как спортсмены по акватлону. Они нам помогают проводить мероприятия, направленные на профилактику гибели на воде детской. Кроме того, они прививают любовь к спорту как таковому, как акватлон, это борьба подводная, но и здоровый образ жизни. Ну, это та часть работы, которая приносит, наверное, всему коллективу удовольствие. Я так думаю, я в этом просто уверена. У нас есть видео, смотрим. Ну, в данной вот ситуации мы видим как раз детский оздоровительный лагерь «Дельфин». Буквально каждую смену мы стараемся поехать туда к ним и провести мероприятие. Причем мы постоянно меняем сценарий, чтобы те дети, которые остаются, к примеру, на следующую смену, узнали что-то для себя. Мы берем оборудование специальное. Пожалуйста, здесь мы в данный момент видим, как пользоваться огнетушителем. Используем углекислотный, порошковый огнетушитель, даем детям попробовать, объясняем, какие тонкости при пользовании огнетушителем, это тоже немаловажно. Помимо этого, стараемся вовлечь как можно больше деток. Сейчас актуальная тема – это взрывоопасные предметы. Мы объясняем, как вести себя, если, к примеру, вы на дачном участке или будучи у бабушки обнаружили взрывоопасный предмет или предмет, похожий на него, как себя вести. Но опять же, мы видим сейчас, это специальные средства для спасения людей. И нам помогает Федерация подводной деятельности и спорта научить детей, как правильно себя вести и учитывать свои силы, если вы увидели, что человек тонет. Необходимо ли всегда самому бросаться на помощь? Нужно думать и о своей безопасности. Если человек, к примеру, гораздо тяжелее вас по весу, старше по возрасту, соответственно, нужно в первую очередь позвать на помощь. Или людей, которые находятся рядом, и позвонить в службу спасения 101, потому что временной порог, мы знаем, что чем хорошо быстрая ликвидация то ли пожара, или реагирование во времени вот как раз ситуации на воде и при происшествии. Каждая секунда дорога. У нас осталось 2 минуты, но у нас есть еще одна очень важная информация. Это по нашей юношеской сборной по пожарно-прикладному спорту. Они участвовали в соревнованиях и... Да, это наша гордость, и, может быть, мы посмотрим сюжет. Да, давайте сразу смотреть, да, и вот в процессе будем говорить уже об этом.
С 30 июня по 4 июля в городе Ивано-Франковск прошел чемпионат Украины по пожарно-прикладному спорту среди юношей. В чемпионате принимали участие 11 команд, среди них, конечно, представители Николаевской области. Это 9 спортсменов, которые боролись в трех возрастных категориях. В младшем возрасте от 13 до 14 лет, средний от 15 до 17 и старшей группе до 18 лет. И наша команда сборная заняла второе место, это почетное место, это очень достойное место. Но помимо этого мы показали первый результат в боевом развертывании и заняли первое место, преодолев дистанцию за 23,92 секунды, чем установили рекорд Украины среди юношей. И с хорошим результатом 64,48 на дистанции пожарная эстафета юноши завоевали для Николаевской области второе место. Мы сейчас видим то, что наши награждения, да, спасатели всегда приветствуют и поощряют этот спорт, участие в нем детей, привлекают их. И, безусловно, мы гордимся достижениями, которые наши спортсмены юные сейчас, в будущем, надеемся, может быть, это наши сотрудники будут. Это очень часто такое бывает. Да, и хочу сказать еще, что интересно в данной ситуации, что по итогам соревнований четверо спортсменов от Николаевской области вошли в состав сборной Украины. Хочу назвать их фамилии. Это Александр Антко, Константин Борисенко, Владислав Доценко, Александр Горохов. И они будут представлять Украину на 6-м чемпионате мира, который состоится в Республике Беларусь. Прекрасное завершение нашей программы. Наша телекомпания, все наши сотрудники присоединяются к поздравлениям. Действительно, это очень приятно, очень полезно. И гордимся вами, ребята. Обращение, традиционное обращение к нашим телезрителям. Но обращаясь о ко всем, помнить? Да, хотелось бы сказать нашим зрителям сейчас, напомнить о том, что лето очень приятное времяпрепровождение. Собираясь в дорогу, всегда нужно помнить о том, что мы получим на выходе. Хорошие положительные эмоции или будут какие-то связаны с этим хлопоты. Поэтому призываем быть бдительными, внимательными. Если с вами отдыхают дети, то ли на побережье, ну, где бы то ни было, в лесу, всегда помните о безопасности их и как последствии потом, что вы оставите после себя. Ну и, конечно, самое главное пожелание – берегите себя и своих близких. Спасибо большое. Дякую вам, шановні телеглядачі, спасибо за те, що ви залишаєтесь з телеканалом «Миколаїв». Нехай так буде і надалі. Ми будемо готувати для вас свіжу, цікаву і корисну інформацію. І ви назавжди залишаєтесь нашими улюбленими друзями. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».